Я ты 4 года тут всего? У тебя английский просто идеальный. Самый любимый блогер. Я уже вот давно не смотрел, что у меня вот только сессия закончилась. Паша, расскажи лучше, как тебе Нью-Йорк фил пока тебе. А у меня тоже есть соуш, мне не дают кредитку. Ну, смотри, как ты выглядишь, как я тебе не дают карту. Джастин Бибер такой молодец, да? Представляете, сколько мы там, 20 с чем-то, вот такой вот домик. Заходим в апартаменты. Воу-воу-воу! Какой запах! План такой, что мы всего-то здесь будем 3 дня, я встречусь с блогером Винни Паком. Я вот попробовала себе устроить первый раз за 6, наверное, лет такой типа отпуска. Я не знаю, насколько у меня получится, то есть я все равно проверяю почту, но нет такого, я не взяла с собой ноутбук, ничего, я просто вот, говорится, плыву по течению. Предприниматели, они без отпуска должны уметь жить. На улице. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. У тебя английский просто идеальный. Я учил, потому что я прям себя мучил. А ты учитель, да? Да. Я слушала твой блог, что ты говоришь по-английски. У тебя просто чистейший. А ты приехал сюда 4 года назад с акцентом уже или... Уже, да, я себе его наработал, я его себе сделал дома. Потому что у меня был вообще панический страх не влиться, да. Мне это выделяться сильно и... Сколько тебе еще учиться? Мне все, я в июне выпускаюсь. Учусь в МДА, Американской музыкально-драматической академии в Голливуде. Ты что, будешь full-time блогер, когда выпустишься? Ой. Или ты еще не знаешь? Я не знаю, кем придется, тем и буду. Если вы будете ругаться на меня, что у меня плохой звук, мне придется ходить с такой конструкцией. То есть у вас будет не хрупкая Марина блогер, у вас будет такой качок, как Винни. Подумайте, как он банки накачал. Это не зал. Я в зал вообще не хожу. А, да, самый первый влог, да, это мой самый первый влог. 100 тысяч просмотров сразу. Обалдеть. Самое главное в Ютубе это consistency. Mm-hmm. Самое главное это иметь график. Потому что люди очень нетерпеливые, очень не любят ждать, и когда они знают, что им гарантированно видео будет, больше вероятность, что они подпишутся, потому что они знают, когда им что люди любят знать, люди любят иметь контроль. И вот таким образом у меня вот родились эти идеи на сразу учить русскую музыку, вот таким, потому что когда входишь в эту привычку, уже быстрее идет процесс креативный. Я был одним из первых, кто начал, сейчас уже видео есть везде, такие все. А ты начал эту тему американцы служили? Ну, из людей, которые... из обычных просто людей, да. Можешь сказать, что как бы, ну, вот YouTube доход сейчас достаточен для тебя, чтобы жить комфортно? Вот этот красавчик был продан за 57 миллионов. 14 спален, 24 ванны. Машина, кстати, совершенно простая, там стоит Toyota какая-то. Как у них внутри, вот там просто дворец какой-то. Не русский ли человек часом там живет? Я нашла вам самую-самую дорогую аренду, которая здесь есть. 125 тысяч долларов в месяц. У вас будет 6 спален, зачем-то 70 ванн. 7. Ой, 7. И вот если тут посмотреть вообще в среднем на цены, то вот я... Смотрю, 60, 35, 35, 25, 24. Ну, это вот такая примерная аренда, да? Но вот я находила, что можно комнату снимать совсем, опуститься. Угол какой-то похожий можно снимать. Приехали мы в гости к Джастину Биберу. Вон его дом. Я попробую его еще заснять с других ракурсов, но сам факт, что это самый топ горы Беверли Хиллз. Ну, вообще, если брать все вместе, да, сейчас, да. У меня на моем канале на первом месте Россия, и потом у меня другие страны СНГ, и у меня Соединенные Штаты Америки на 5-м месте. Mm-hmm. А с кем ты из блогеров вообще общаешься? Прям близко, я ни с кем из блогеров не общаюсь так сильно, мы вот с Эдвардом Ателлой очень хорошие отношения. Да-да, он учился в школе у нас тут. Да. Видел, да? Да-да-да. Прикольно. Мы с ним очень хорошие отношения.
А вот, он присобирается вообще обратно? Планировал, да. Планировал, я не знаю, что он в Москву ездил за визой. А вам кажется, что здесь или нет? Нет, в Москве тоже. А с Ваней ты встречался? Нет, с Ваней нет. А кого ты смотришь, кто твой прям, ну, есть какие-то, которые ты стабильно каждую неделю блин, смотришь? Да, каждый день, регулярный там, блогер. Самый мой любимый блогер. Из русскоязычных я стараюсь за Амираном следить, потому что, ну, он действительно каждую неделю он что-то делает невероятное, что-то новое. Слушай, спасибо. Очень, очень круто, очень спасибо интересно. Тебе. Ребята, все, мы поймали Веню на слове, он будет нас вести английский. Да. Парочку уроков точно будет. В детстве я смотрела все эти американские фильмы, и мне казалось, это настолько просто что-то нереальное. И, ну, прежде всего, попасть в Америку нереально, а второе, я никогда не думала, что я буду по Беверли-Хиллз гулять. И я никогда не думала, что будет, ну, возможно, достигать каких-то вот таких высот. И самое интересное, что в Америке у тебя меняются ощущения, ты начинаешь чувствовать, что все реально. То есть я сейчас смотрела на эти дома в Беверли-Хиллз, и я понимаю, что это люди, которые достигали своих целей, да, много зарабатывали, в итоге их купили. Это не то, что какой-то magic произошел, потому что в детстве мне реально все это казалось каким-то другим миром. Мне казалось, что все марсиане. Вот, и это очень вдохновляет. И я советую вам, ну вот, почувствовать это, если приедете в Америку, съездить сюда, вдохновиться этим всем. Расскажи, пожалуйста, лайфхак про карту со страховкой для машины. Существуют разные карты в американских банках. Самый популярный из них Chase. В Chase есть несколько вариантов. Называется Sapphire Reserve и Sapphire Preferred. А это кредит? Кредитная? Кредитная карта, да. Нужно, чтобы получить... Нужен Social Security для этого. Мне пока тоже не дали. Вот, но тем не менее, я знаю. А что ты тогда говоришь, что без страховки машину снимал? Потому что у меня была карта, я сделала. А почему у тебя была? Потому что у меня есть social и все. А у меня тоже есть social, мне не дают кредитку. Смотри, как ты выглядишь, как я тебе не даю эту карту. Ты еще в костюме сосиски банки, в костюме хот-дога. А почему-то никто из наших друзей, кроме нас, это не смог сделать. Я не знаю почему, но просто так получилось, что нам дали сначала. Да я просто думала, это какой-то лайфхак будет, а это что-то, это вам повезло просто. Нет, лайфхак по приезду в Америку сразу строить кредитную историю. Здесь это вообще номер один, из-за чего тебе потом можешь купить машину. Мобилу взять в кредит. Мобилу в кредит взять, да. Только ради этого в Америку ехали. Айфон на контракте. Баша, расскажи еще, как тебе Нью-Йорк фил пока тебе. Сейчас заканчиваешь учебу, правильно? Я уже закончил учебу. А, ты уже закончил. Сколько ты учился? В феврале 2 года. Это магистратура, двухгодовая. Это MFA, Master of Fine Arts. И сейчас вы снимаете, Ксюша мне рассказывала, снимает клипы Алексею Воробьеву, Славе. Кто еще там был? Иван Дорн. Анастасия Самбурская, в общем. Но самое главное, это тому мальчику, которому 9 лет, да, ему? 12. 12. Как его зовут, вы Коля помните? Его зовут Коля Короб. Коля Короб. Практики постоянно дают какие-то камеры современные, Red, Dye, Red, да, все есть. Canon. Ошки теперь будет сделать, да? Ну вот самая популярная виза после программы. Я пока жду 5, это разрешение на работу, мне дается на год. Но в основном ребята ошки делают, да? Да, все делают. В основном все ошки, да. Ну кто-то... Кто-то выигрывает грин-карту, но мы. Но говорят, что ошку получить легко, если это хороший адвокат. Ну да. И спонсор еще. И никто пока не было отказов, да, в ошке? Ну вот, может, я буду. Но мы держим кулачки, fingers, ой, ну, короче, fingers crossed, хотела сказать, да. Если вы собираетесь в Вегас, вы можете забронировать самый дешевый номер, и когда вы приезжаете в Вегас, вы даете права и кредитку, либо паспорт и кредитку, и между ними вставляете $20, бумажечку. И любой человек на ресепшене в любом отеле знает, что вы хотите апгрейд. И если есть возможность, он делает вам апгрейд за эти деньги, за $20. Попробуйте, работает в Вегасе. Ага, отпишитесь, ребят, кого завернули и забрали в полицию. Смотрите, Ди Каприо.